Сегодня увидел такое вот кафе. Обед 1960-х. Значит, здесь что-то винтажное. Зайдем и посмотрим. Let's go, guys. И вот мы внутри этого удивительного, интересного кафе, которое собирает интересные винтажные вещи. Вот, например, диванчик, сделанный из автомобиля 60-х годов. Обрезан аккуратно. Можно отдохнуть, попить, покушать здесь. Битлз афиша 64-го года. Здесь еще Битлз. Фотография Элвиса Пресли. Также немного здесь его фото. За дверью, за окном 21 век. Кипит и бушует. А внутри 60-е годы прошлого века. Интерьер, вещи, фотографии. Музыка, мультфильмы. Вот знаменитые люди тех лет. Элизабет Тейлор. Фото журнала. Под потолком летают самолетики прошлых лет. Конечно же, копии. Здесь на полочках модели автомобилей 1960-х. Также коллекция напитков алкогольных и не только. Все из тех лет. А здесь стоит в углу музыкальная машина. 60-е годы. Нужно было кинуть сюда монетку. Нажимаешь любимого музыканта. Вот здесь на кнопочке. И слушаешь музыку. Здесь и расценки даже есть. Одна песня 10 центов. Три песни 25 центов. $0.50 7 песен. И слушай. Элвиса Пресли. Дилан, выбирай, что хочешь. Мы таких названий не помним. Как это было в те времена? 10 центов. Берем 10 центов. И опускаем. Рекламы старых фильмов. Агент 007. Многим знакомо это.
как вы уже все давно знаете, это видео было сделано для YouTube-канала «Лавка задоволень», «Мисто Харьков, Украина». А пока еще до побачення.